Известие о тяжелом состоянии Лидии Федосеевой Шукшиной не на шутку напугало поклонников актрисы. Сообщалось, что знаменитость попала в реанимацию с инсультом. Младшая дочь звезды экрана поведала свою версию случившегося. Лидия Федосеева Шукшина в последнее время вела затворнический образ жизни и почти не появлялась на людях. Актриса проживает вместе с младшей дочерью Ольгой. Лишь иногда в прессу просачивались новости о здоровье артистки. Последние сообщения о том, что знаменитость якобы разбил инсульт, невероятно огорчили публику. Близкая подруга Лидии Николаевны поспешила успокоить общественность. Она проходит обследование, врачи делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировалось. Туманно сообщила Юлия Вербицкая Линник. По словам женщины, возле Шукшиной постоянно находится ее дочь Ольга. Она проживает постоянно с актрисой. Именно Оля и вызвала незамедлительно медиков, когда поняла, что мама почувствовала себя плохо. Лидия Николаевна находится в надежных руках врачей. Семья не говорит о диагнозе Шукшиной. Инсульт не опровергают, но и не подтверждают. Сообщают лишь о том, что врачи проводят обследование. Сейчас это очень важно — установить точный диагноз, говорят близкие. Дочь знаменитости и вовсе поведала, что мама на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений города Москвы.